Пока, значит, про убытки расскажем. Да, Три спутника ГЛОНАСС, аппарат «Экспресс-М4», корабль «Прогресс» М-12М, это по меньшей мере 10 миллиардов рублей мы потеряли, «Фобос-Грунт» 5 миллиардов. Генпрокуратура вышла со своим предложением вести уголовную ответственность для работников космических предприятий, по халатности которых происходит авария. Как вам кажется, подстегнет это космическое? Последние разбегутся. На грани убийства. Вот отрасли. Последние разбегутся. Вот, потому что никто на себя ответственности брать не будет. Будут зарывать, так сказать, истинные причины, скрывать, ну, вы сами понимаете. То есть тут совершенно нелогично. И более того, вот как сегодня мы в начале беседы говорили, что, как правило, нет единого виноватого. Как правило, это системные дефекты, нарушение системы, опять вот возвращаюсь к проверке качества. Если рабочий забыл гаечный ключ в топливном баке, это еще не значит, что это конечный продукт должен лететь в космос в таком виде. Там целая система его проверки должна быть, его работы, там очистки баков, там всего прочего. То есть вот эта система должна работать и находить вот эти ошибки, от которых никто не застрахован. Так вот эта система не работает. И поэтому в результате вот ошибка простого рабочего или программиста, который вот сейчас в данном случае в Фобос-Грунте, понимаете, ну ошибка программиста, например, это я не знаю решение госкомиссии, но ошибка программиста, так она должна была отлавливаться на разных этапах. А ее не отловили, запустили аппарат живьем. Понимаете? То есть вот система контроля качества, прежде всего. То есть и посадить этих программистов, где взять пунктам, других? Формулировать.